Лето в нашей республике обещает быть жарким в этом году. В гидромедцентре региона сообщили, что вторая половина лета продолжится так же, как и начиналось. То есть будет наблюдаться жаркая погода без осадков. По данным синоптиков Дагестана, температура воздуха в первой половине лета в текущем году превышает прошлогоднюю на полтора градуса. При этом количество осадков составило 1% от многолетней нормы. Как отмечает главный синоптик региона, характерными для столицы останется наличие Ветров преимущественно юго-восточного направления, которые и несут с собой жару.